OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Ну, куди діватися? Время таке. Конфлікт дійсно довгий. І ця атмосфера працює. Це протиріччя, воно внутрішнє. Мені кажется, ну, во всех случаях у меня это вызывает какое-то раздвоение. Я после этого иду в магазин, а знаете, для простого человека, я вообще на самом деле простой советский обыватель, советский, российский, не знаю как. Я понимаю, что в Белгороде стреляли из чешских там установок. Я иду в магазин и вижу, что все полки заставлены чешским пивом. Ну, мне скажут, а что здесь такого? Ну, люди, какая связь? Ну, не знаю, у меня как-то это не вяжется. Во-первых, стреляли не в Белгороде, а по военным объектам в Белгородской области. То, что российские ПВО, и об этом засвидетельствовало даже Министерство обороны фашистской России, сбило эти ракеты, и они упали на гражданских. Ну, это вообще-то называется одним словом. Нет, не криворукие, не кривожопы и так далее. Слово другое. Это слово «война». Понимаю, это как бы так принципиально, вот чешское пиво, закупать в страну, и которая, как говорится, в это время уничтожает твоих граждан в Белгороде. Это нормально вообще? Это мне скажут, ну, это не имеет значения, это другое, это пятое. Но это раздваивает сознание-то. Это, в этом есть какой-то диссонанс. Из этого складывается ощущение, что это, ну, это как-то, оно вот так вот, вот оно должно как-то там рассосаться, и в этом есть. Это... Начать войну против чешского пива – идея интересная. Не удивлюсь, если в большинстве своем оно производится на российских предприятиях, которые, да, этот проклятый в России Запад по каким-то причинам построил эти заводы на российской территории. Прикольно. Больше так поступать не надо. Не надо делиться своими технологиями. Дальше или на каком-то этапе будет так. Обмен нефти на уже готовые продукты. Но это в будущем. Тут же важно, что вот этот вот мужчина из клуба Путина 70+, который свидетельствует, что россияне как-то надеются на то, что все быстро закончится. И где их надежда? На чем жиждется надежда российских нацистов? У меня два таких эмоциональных впечатления об этих праздниках, которые прошли. Значит, первое эмоциональное впечатление о той, действительно, надо сказать, праздничной, такой несколько даже легкомысленной, приятной атмосфере, которая была создана и в которой мы пребывали в этих праздниках, во всяком случае, большая часть страны. Что, безусловно, хорошо, что эта атмосфера свидетельствует о том, что страна, ну, явно не находится на грани поражения, как об этом говорят на Западе. Это уж точно. Это хороший сигнал. Для этого по российскому телевидению показывают кадры обстрелов Украины. Говорят о том, что потерь нет. Потом Путин вводит в свою конюшню вдов российских офицеров вместе с детьми. Целует ли он там их в животике, неизвестно, но не исключено. Значит, показывают удары по Украине и бесконечные фестивали. То мороженое, то театр, то какая-то выставка, то какие-то состязания. Сейчас они лепешки из говна не бросают, слишком холодно. Генерал Мороз уже под Москвой. Да? Значит, вроде бы все у них там хорошо. Телевизор показывает это. Значит, театр, еще что-то. Война где-то там, очень и очень далеко. Но глубинный народ надеется вот на это. С другой стороны, это говорит о том, что и страна не вполне находится на грани победы. Это тоже очевидно для меня во всяком случае. А третье впечатление, что именно эта атмосфера, что страна находится в состоянии какой-то неопределенности внутренней. Как бы вроде бы в состоянии каких-то надежд, что ну как-нибудь все рассосется. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями.
чушь собачья. Собачья чушь. Называется историческая легитимность. Действительно, это, скажем так, ну, стало трендом даже уже, пожалуй, к концу уходящего года. Это не только мы говорим об освобождении исторически наших земель, но это об исторически своих землях говорят уже десятки стран в мире. Я надеюсь, что каждый раз, когда какие-то страны об этом будут говорить, это не будет заканчиваться военным конфликтом. Хотя, кто знает, потому что, опять же, 24 февраля прошлого года был запущен процесс переустройства мира и переучреждения и переутверждения границ. Не только от нас зависит, как это будет происходить. Но при этом возможны и другие логики. Вот, на мой взгляд, их три. Первую мы проговорили в пятницу. Это историческая легитимность. Освобождение исторически наших земель. Какие могут быть еще две логики, в которых можно рассматривать события, происходящие в нашей стране и в соседних странах? Вторая – это логика национальной безопасности. Надо сказать, что эту логику наш Верховный Главнокомандующий предлагал еще 24 февраля прошлого года. То есть обоснование специальной военной операции как, то есть, как обеспечение национальной безопасности нашей страны. Он говорил об этом задолго до этого. Я вот помню разговор на после хоккейного матча с Павлом Зарубиным, когда Владимир Владимирович рассказывал, сколько минут будет американская ракета лететь от Харькова до Москвы. И это другая логика, она диктует как бы другой ход специальной военной операции и другие итоги предположительные, то есть и победоносные для нас специальной военной операции. Тут надо заметить, что речь идет не просто о приграничных территориях, которые не могут быть территориями НАТО. В данном случае речь именно о бывшей Украине. Но здесь гораздо более конкретно. Вот эту ситуацию конкретизировал Сергей Викторович Лавров, когда он говорил, что есть наша территория, наша национальная территория. Это не только Россия до 2014 года, но и новые четыре региона. Знаете, вот интересно, ну, вот этот персонаж, который сейчас говорит, это Александр Казаков, советник бывшего, значит, главы бандформирования под названием ДНР, Александр Захарченко, и, кстати, советник руководителя фракции «Справедливая Россия» Миронова. Ну, понятно, в общем, персонажи более-менее понятные, но, тем не менее, понимают ли эти люди, и те, кто говорит, и те, кто слушает, что речь идет о исключительно и только о развязывании очередной мировой войны. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.